Здравствуйте, подписчики моего канала Варка Лайф. Сегодня мы идем к одному интересному месту. Мне прислали сегодня фотографию и написали: вот такое вот появилось сооружение на Комарово. И заинтересовало. Погода, конечно, очень отвратительная. На Руси, как говорят, хороший хозяин собаку на улице не выгонит. Но мне очень захотелось увидеть это своими глазами. Чудо. Говорят, давно обещали это сделать. Лестница здесь плохая была. И вот так вот она выглядит. Кто прислал, подписал, так говорит, сзади меня шли дети и считали, сколько дырок в этой лестнице. Это, наверное, стоки, нанотехнологии применяются. Вот такое сооружение появилось на Комарово. Старое, видно, вон совсем уже испорчены. И вот такую вот они замутили. Где-то старый лестничный пролет, наверное, сняли. И перилы. И слепили из того, что было. Интересно, сколько эта конструкция выдержит времени. Такие вот сделаны. Красивые. Ужас. О, собачка поднимается. Нарвали. Такая конструкция веселая. Сбоку показываем, какая старая была, а теперь вот такая вот новая. Ну что сказать, слепили из того, что было. Хуже, конечно, было, но то, что сделали, сколько она продержится, это неизвестно, конечно. Вы видите, уже отходит цементик или бетончик. Ну, то есть слепили. Мне подписали, сказали, с марта, что ли, они думали, как это сделать, что здесь. Приходили, приезжали, смотрели. Конфетку потерял. Нанодырка. Ну что сказать, перилы самые первые отвалятся. Пишите,